Ботсад имени Фомина. Это сакура еще. Сакура это зацветает. Весенняя вишня. Невинно. Тут парочка подходила, то я. Ну тут уже. Это весенняя вишня. Это вишня? Да. Весенняя вишня уже на цвету. Так, идем магнолии. Но магнолии посмотри, еще не цветут. Смотри, как по трибе. Тоже кружочками видно. Как вы, ага. Даже не знаю, что это многолетний какой-то. Вот там можжевельник, наверное. Махатма Ганди. Ганди. Махатма Ганди. О, он на меня смотрит. Будь смотри. Будьте ей измену, яку вы хочете бачити у світі. Махатма Ганді був лідером на насильницького руху за незалежність Індії від британського колоніального панування. Він відомий незламності, співчуттям та мужності, які проявляв перед обличчям гніту. Ну, магнолія теж на цвіту вже. Вот-вот на да, неделе будет еще минус, да. То хоть бы оно не цвет не успела, побило. Да. Два дня за эти еще не ну, минус 1-2, я думаю, они переживут до 5, может быть. Но это если они не расцветут. Такой настоящий. Дом, будка, даже крашеный, по-моему, да? Куда его покрасили? Оранжевый свет, чтоб видно было. Двухъярусная квартира. Для птички. Беседка. Идем вниз. Да, все на все везде почки, вот это растущее. Не запнись, тут ступенька вон такая. Пеньки, да. Особенно вот это вылезло. Вот эта ступенька, видишь, вылезла. Вечная только музыка, как говорится. Ничего не вечно. Нос закладывает, аллергия. Вот-вот, скоро зацветет. Ну что, ладненько, идем тогда. Ну вон вперед идем, туда к университету. Где? Вот туда. Помнишь, мы с тобой ходили? Ну, пошли. В прошлый раз.
Ладно, я включусь уже там на красном корпусе. У Баса-то ухи какие. Он позирует, по-моему. А он хозяина ждет. Думаю, что пристал. Слушай, как хвост у него вверх торчит таким, таким полом. Мы можем туда подняться и пойти до красного под заборчику так в обход. Либо вот здесь по тропинке. Пойдем по тропинке. Пойдем по тропинке. О, белочка, смотри. Зеленые. Белочка, белочка. Как близко слышишь. Ничего не кусает. Кору кусает. Ну. Маленькая, это бельчонок. Слышь, она не... У тебя нету орех в кармане? Нет. Они, она свежие побеги рубает. Да, свежие побеги рубает, точно. Привыкшая. А здесь с этого, с красного корпуса, это же был какой-то там женский, да, учебное заведение. Да, да. А здесь, наверное, какие-нибудь танцы? Беседы были. Может, учили здесь, спортивная была какая-то, может, подготовка, упражнения. А здесь на горке катались, наверное, на санках. Да, здесь на санках катались. Самое то, если надо прокатиться, я хочу сказать. Это дождь не сильный. Хорошо, когда солнце. Здесь интересно бывал этот. Видишь, старого Менделеев. Кирпича или чего-то. Про старого кирпича, да. Может, при совке взрывали что-нибудь. Переделывали. Какие-то кастовые провалы. Пойдем вон тот туннель посмотрим еще. Это не туннель, а сливной бачок. Вон то. Мы уже с тобой смотрели. Вот видишь, тоже бачок тоже. Это кастовые провалы какие-то. Может, там какая-нибудь была... пустота, оно проваливается. Ну что? Я думаю, это Басет, он, наверное... Басет? Ты видела, какие у него веки опущенные? Да. Но он такой, знаешь... Он флегма. Да. Флегматик. Я думаю, что он уже такой... Ну, так. Флегма. Он идет. Он не бежит, он идет. Ну, как наша кошелка, в общем. Да. Сейчас уже попробую ее погонять. Так, ну ладно, что, идем? Выходим? Ну, туда, да. Пойдем. Это на выход. К университету, да. Парк Шевченко. За вот этим красным корпусом парк Шевченко. И музей Ханенко. Ханенки. Ладно, мы идем туда.